Привет, народ, и Spark. Что ты можешь сказать? Это Spark, это бета-игры Spark на Xbox One. Вы не верите, что это Xbox One? Ну, Станиславский тоже не верил, но когда ему показали это, он поверил. Так вот, это Spark, это бета. В этой игре вы можете, по сути, создавать все, что вам нравится. А, да, просто деньги платить иногда, чтобы некоторые объекты купить. В общем, я не очень разобрался, поэтому заранее никаких комментариев, типа, я что-то не так сказал, все остальное я знаю, я не очень разобрался, может, я не все покажу, но я могу показать вам, ну, ровно столько, сколько я понял. Управление мне как-то не очень нравится тем, что какие-то кнопки подсвечиваются сильнее, какие-то меньше, как-то, не знаю, мне вот это не очень нравится. Хорошо, зайдем, давайте в Create. Можно создавать все, что угодно, ребята. Можно создавать пересечение дорог, это, ну, обучение. Можно пустой мир, можно уже готовый, можно продолжить. Вот я тут создал что-то. И тут есть система достижений. Да, давайте. И, кстати, довольно интересная озвучка такая вот. Приятная, веселая. Вообще интересно играть, в принципе. Если вы любите создавать, вам очень понравится. Потому что создавать можно все. И это у меня небольшая помощь, так сказать. То есть, если вы не хотите все создавать с нуля, вы можете, так сказать, использовать вот кое-какую помощь. Размер мира маленький пусть будет. Каньоны хочу, чтобы были. Или реки, видите, как динамично? Вообще круто. Нет, я хочу каньоны. Я не люблю каньоны, но что-то сегодня мне приспичило. Так, видите, лесистые каньоны. Пустыня. Арктика. Что-то она зависает. Блин, ну это бэт, ладно, ей можно придать. Давайте лес, я хочу лес. Тут немного странные деревья, но... О, смотрите, кусочек льда. Вечер, утро... Так, утро... День, давайте день. Вот это один из примеров того, что вы можете делать в Spark. Не знаю, есть ли она на других платформах, не проверял. Создается мир. Но игра выглядит красиво. И графически, и вообще во всех смыслах мне игра нравится. В принципе, если вы любите создавать, то да. Я не любитель создания, на самом деле. Я должен вам сказать, что я не крупный любитель. Так, это крестьянка-женщина. Можем сделать ее больше. Потом можем сделать зомби, ребята. Очень маленький зомби. Его можно сделать больше? Нет, нельзя. Где начинает герой? Герой начнет вот на этом холме. Герой. Так, шутер от первого лица. Все, я создал мир, ребята. Блин, как в Майнкрафте, кубики, создавать то, что тебе нравится и все остальное. И вот мы можем теперь играть в этом мире. То есть вы можете вполне создать шутер. И при этом вы будете стрелять. Видите, я стреляю сейчас? И да, я, значит, не знаю, что это реального оружия или чего-то более продвинутого, но... Вы можете создавать, кстати, свое управление, я вам покажу потом, как вы можете свое. Это как бы упрощенный вариант создания мира, упрощенный. А вы можете создавать все по-своему, то есть вам не обязательно следовать каким-то канонам, каким-то уже предустановкам. Вы можете решить, как создать свой мир сами, абсолютно не используя никак ничью помощь. Можете редактировать вот этот мир. Давайте мы выйдем, я хочу вам показать что-то другое. И это еще, видите, внизу там еще есть миры, которые, так сказать... Давайте пустой мир, я вам покажу, как работает пустой мир. И да, вам даются достижения, как можете видеть наверху. Так, я сейчас не могу показать из-за загрузки, сейчас она закончится, и я смогу вам показать, там, так сказать, систему достижений. Вот тут есть персонажка, дело обучения, мог начать с нуля. Например, да, вот масштаб мира... 100%. Так, перемотка, то есть можно даже видеоролик сделать. И ты видите, вот вы можете выбрать, какую землю вы хотите, и, например, начать ее, так сказать, стелить. Интересно, а что если мы пойдем в море и там попытаемся же стелить какое-то полотно? А не, оно не будет стелиться. А если я хочу землю? Так, я хочу, вот здесь будет у нас лед, и здесь будет еще что-то. Да, вы можете делать все, что хотите, и,
Это просто потрясающе. Просто делать кусочек пустого мира, если хотите, можете взять и все уничтожить. Вы можете добавлять плато, можете поднять местность, если вам угодно. Не сам понимаю, что это делает, но... Я говорю, я не очень разобрался в происходящем. Добавлять и редактировать. Вот можем редактировать персонажа, хотим, можем редактировать его мозг. И вы можете выбирать, видите, когда и что делать. То есть я хочу, например, контроль. Так, когда я... Мы даже, видите, клавиатуру и мышь можем использовать. О, вау. Контроллер. Когда я нажимаю на А, ты будешь двигаться, ты будешь делать что-то. Когда я буду... Опять же, контроллер, я буду двигать левым стиком. Ты будешь ходить, например. Вот, например, он будет двигаться. Сенсы, видите, очень много всего тут доступно. И, например, можем теперь протестировать. Все, мир доступен для тестирования. То есть, видите, теперь я могу управлять им, он может прыгать. Он может кувыркаться, может бросаться фаерболами, может драться. Графа, кстати, очень все-таки. Ну, нормально, я не знаю, если кто-то жалуется, я не знаю, что вам нужно тогда. Нет, это, видимо, все-таки была какая-то преустановка, потому что я все этого тут, так сказать, не делал. Но вы можете создать себе свой мир со своим сценарием. Он не обязательно должен иметь каких-то персонажей, в нем может не быть персонажей совершенно, то есть... Вы можете как бог летать над всем, и вот можете плавать, как видите. Но это все-таки предустановка. Теперь я хочу вам показать еще миры более продвинутые, так сказать. Так, Marketplace здесь тоже имеется, кстати говоря. И здесь мы можем покупать. Покупать я так еще и не понял, за реальные, тут можно покупать за токены, а... Ну, я хочу, к примеру, я хочу купить токены, а кредиты можно зарабатывать. И, в общем, это тоже можно все зарабатывать. И да, нам нужно платить реальные деньги за токены, ребята, просто потрясающе. И мы можем, например, кстати, выбрать, видите, тут внизу это все миры. И мы можем выбрать любой мир, который... И вот нам рекомендуют миры внизу, и это, как я понимаю, 86%, не знаю, это может быть процент удовлетворения публики. В общем, попробуем поиграть, посмотрим. Я попал в мир, где там геометрия была, и там банально кубиками нужно было играть всякие. Пытаться их столкнуть вместе, белый и черный кубик, и, например, это пример мира. Это какой-то уже... Линкин Парк, Steam Dakota. Ну, сейчас посмотрим, что это. Грузится. В прошлый раз было как-то побыстрее. Но мне игра нравится, кстати. Пишите в комментариях, что вы думаете об игре. Мне, кстати, интересно узнать. И игра, ты долго загружаешься. Нет, я не хочу ждать как-то долго ты. Слава, кстати, что даже во время загрузки я, по сути, могу выйти в меню. Так, давайте я хочу... Так, нашествие зомби, например. Хочу играть в нашествие зомби, например. Как я понимаю, эти миры еще можно брать себе и как-то редактировать, делать их лучше. То есть, опять же, огромный простор для творчества, ребята. То есть, если вы хотите творить, если вам, не знаю, нравился Майнкрафт, вот вам аналог, который даже более продвинутый, чем Майнкрафт. Как мне кажется. И опять же, я такие игры не люблю, потому что мне не нравится создавать, мне нравится по какому-то сценарию готовому играть. Мы не будем считать, что тут есть. Да, вот у нас мир, он создан кем-то, и тут, видите, указатели есть. Так, это галерея контента. Кладбище нежити.
И видите, наш персонаж может говорить, у него появляются пузырьки над головой, и вы можете делать вот такое видео. Мозги! Это все вы можете делать, ребята. Это не просто, так сказать, идеальный вариант. Вы все это можете делать в этой игре. Просто это займет, конечно же, время. И мне кажется, на клавиатуре было бы даже удобнее в такой игре. С мышью. На контроллере как-то это не очень. Вот видите, мы можем уклоняться, можете прыгать, можете драться с зомби. Как просто пример того, что вам доступно. Ну и особо ничего больше не происходит. То есть все зависит от меры. Кем он создан. Ну, поставлю лайк, так уж и быть. Хотя немножко скучновато. На самом деле, если честно, скучно. Ну и вот, например, Oakvale Fable. То есть деревня, кстати, первая деревня из Fable, где мы только начинаем игру из первого Fable. Да, тут сказано, есть поддержка и геймпада, и мыши с клавиатурой. То есть можете подключить, как я понял, к своему Xbox One мышь и клавиатуру и использовать их в этой игре. Ну что же, очень хорошо. Нет, мне подключить нечего, вроде бы, да я как-то не хочу особо пытаться, не знаю, почему не тянет меня на попытки, но, в принципе, то, что это можно сделать, почему бы и нет, почему бы и нет. Сейчас он загрузится, и мы с вами увидим, что из себя представляет это мир. Вот кинцо пошло. Глубоко в лесах Альбиона лежал маленький городок Оквал. Ну, неплохо, кстати говоря. Похоже, мост, но мост я не помню, что там был. А, не, я помню, был мост. Реально фанат Фейбла заморочился. Правда, озвучки, конечно же, нет. Жалко, кстати, что нельзя добавить озвучку свою собственную. Но посмотрите, довольно неплохо, довольно неплохо. Кто-то действительно потратил силы и время на то, чтобы... Да, объекты расположены правильно, в принципе. Ну, правда, персонажи выглядят не совсем как надо. Я хочу пропустить сцену, это можно сделать? Что, слышали это? Ну, бета, ладно, бывает, тут баги могут быть. Чё-то какая-то она... Не похожа они на детей, они похожи на шлюху. Шлюха. Жалко, пропустить нельзя. Вот единственный минус, я не могу пропустить. И этот звук, когда мы попадаем в меню. Что с тобой, меню? Ну, в общем, вот что можно создавать в редакторе. И, по сути, тут нельзя делать ребенка. То есть, он делает... Человек, который делал это, просто делал разный масштаб персонажей. То есть, персонаж ребенка выглядит практически так же, просто он по размерам меньше. А отец у нас получился... Просто больше. И мы можем пинать петухов. И видите, здесь управление даже сделано в такой же, пинать нельзя петухов. Видите, даже управление полностью скопировано из Fable. Посмотрим... Можно ли выполнять здесь задание, да. И графически, кстати, выглядит очень хорошо. Ну вот опять же повторюсь, что очень хорошо все выглядит. И да, тут даже, видите, можете даже квесты делать в этой игре. Сейчас посмотрим, как они работают. Вот мы, например, сейчас... Плохо, видите, моргает у меня контроллер. Видите, моргает, и они что-то делают. Да. Сделаю злое дело, ребята, и посмотрим, к чему это приведет. Мой совет, не привязываться к одной женщине. Нет, я не согласен. Вот мы получили один золотой. Если я нажимаю на Y, он... так? Блин. Много не совпадает, кстати, управление, потому что у меня атака, к примеру, на X, а X у нас инвентарь, как тут написано. Ну, а черт, меня сейчас будут обвинять. В общем,
Выход, выход. Очень хорошо, молодец. Да, подвисает временами, я должен сказать. Но это, опять же, это бета, ребят. Тут все можно простить. В общем, вот такая игра, довольно неплохая. Как по мне, так очень интересная. Хорошо продуманная. Действительно, дает очень много возможностей. И вам советую поиграть, если у вас есть Xbox One. Если вы любите что-то типа Майнкрафта, советую поиграть. Если нет, если вы человек, как я, линейный, который больше любит линейный сюжет и все остальное, которому, вот так, так сказать, создавать неинтересно, то вам не понравится, конечно же. А так, всем любителям крафта посвящается это. В общем, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не успели это сделать, потому что...